Добро пожаловать в Paradise City, родину гонок Burnout. На извилистые трассы White Mountain, в запутанный центр Downtown Paradise. Город — это километры дорог. Исследуй каждый переулок. Будь уверен, так ты не водил еще никогда. Здесь каждая дорога — испытание. Ставь рекорды по времени и авариям. Хочешь начать заезд? Притормози у светофора и нажми на газ. Гонки ждут тебя на каждом перекрестке. Каждый заезд заканчивается в одном из 8 районов. По одному на каждую сторону света. На севере — Country Club. На северо-востоке — Coast Guard HQ. На востоке — Waterfront Plaza. На юго-востоке — Wildcats Baseball Stadium. Naval Yard на South Bay. На юго-западе — Lone Stallion Ranch. В западных холмах — Wind Farm. А в северо-западных горах — Observatory. Для начала ты получишь права Learner Permit. Каждая победа отмечается в твоих правах. Побеждай в гонках, и ты получишь новые права и машину. Мир полон сюрпризов. Не выключай радио. Что будет дальше, зависит только от тебя. Ваш гид по улицам Paradise City, диджей Атомика, снова на волнах радио Crash FM. Первое, что нужно новичкам, это фото на Learner's Permit. Для начала сойдет. Чтобы сделать настоящую фотку, подключи камеру USB. Получив Learner's Permit, ты сможешь разъезжать по всему Paradise. А лучшим выдается Burnout Driver's License, но придется буквально разбиться в лепешку. На свалке лучшие тачки. Ищи вывеску Junkyard. Итак, блюдо дня. Hunter Cavalry. Неплохая машина. Лучше всего подходит для прыжков и штопоров. То, что нужно для новичка. В общем. Машина немного не в кондиции. Чего доброго развалится по дороге. Так что езжай на автосервис. По ихнему он зовется Auto Repair Shop. Ближайший такой шоп находится на Angus Wharf. Посмотри на карту. Ладно, проверим, заведется ли она вообще. Нажми и держи кнопку газа, чтобы запустить двигатель. Время для твоей машины. Чтобы начать заезд, притормози у перекрестка, а затем одновременно выжми газ и тормоз. Все найденные заезды отмечаются на карте. Итак, у тебя есть нужная тачка. Победи в заезде и получишь новую модель этой же марки. Готов к заезду на время? Езжай на юг. Wildcats Baseball Stadium. Успеешь вовремя, получишь отметку на права и награду. Компас.
о верхней части экрана указывает на финиш, а дорожные знаки предупреждают о повороте. Короткие маршруты ищи сам. Driver's License отмечаются все победы в заездах. Побеждай чаще, быстрее получишь новые права. Когда ты побеждаешь в гонке на время, ты получаешь более навороченную тачку той же марки, что и та, на которой ты выступал на гонке. Приз поступает прямо на Junkyard, так что езжай туда и забирай подарочек.